Як твій призовний? Дикий. Дикий. Зайшлися в село, указали нам зайняти таку позицію, зайняли і стоїмо на цій позиції. Кроме БК, нічого опасного. Тобто орків не зустрічали. Єдиний, який видели, это валяется там дохлый на краю села. Сотый. Некоторые хорошо, некоторые с опаской. Потому что не знали, чего надо ждать. И как они жили во время оккупации, тоже неизвестно. И как они вели себя. Вы как увидели, уже мы ходили сюда на дом, то люди уже уехали. И одну женщину вывели, мы проходили дом, он полностью разрушен. Эта женщина... Тоже она пришла сама к нам, ребята, вывезите меня, потому что я уже тут не могу. В этот же день, буквально через час, ребята ее вывезли. Слава Украине! Слава Украине, героям слава! Ждем приказы идти дальше.